Здравствуйте. В интернете очень активировались сектанты, в частности говоря, проповеди против Тьярнан-Харача, то есть Сретения Господня праздника. Действительно ли нужно с ними разговаривать об этом или нет? Я думаю, что мы вот Аветикджан, ты все время, вот допустим, в сегодняшнем прямом эфире дважды сказал, что внизу находится там стрелочка, нажмите, сделайте, да, то есть как они работают? Вот так. Как я? Я хочу сказать, распространяют то, что хотят говорить, да, поэтому вы увидели. Увидели в интернете об этом, да? Давайте сделаем наоборот. Но наши не слишком такие активные в этом плане, к сожалению. Надо быть активным, да? Надо им всем сказать, что вот все эти обвинения, которые в сторону армянской апостольской церкви вы предоставляете, они не обоснованы. Мы можем обосновать все то, что делаем во время Тьярнан-Харач, и почему это делаем, почему, допустим, прыгаем через огонь, да, и то, что написано, вот, не провести своих детей через огонь, что это значит, то есть все прояснено уже. Все обо всем четко сказано. Надо распространять нашу информацию. Надо, чтобы мы смогли серьезно отнестись к этому и распространять то, что у нас есть. А лжепророчество, там, не знаю, лжеговорительные какие-то там, не знаю, сектанты всякие там себя, которые считают, не знаю, там чуть ли не профессорами, да, в евангельском чтении, там прояснении евангельских слов и слов Библии вообще. Им просто надо призакрыть, вот, приткнуть рты и помогать распространять эту информацию. Вот так вот.